призываем как раз-таки, как вот призываю вас записывался. Всех резолюцию. Пап, мне вот интересно, сколько эти люди стоят, срочных мер, которые с плакатами раздельного сбора поправки в экологии, не в Конституцию. Мне вот интересно, сколько они стоят. Мер, подгаз, наверное, долго. По диверсификации экономики. Мы требуем перейти на экономику замкнутого цикла, потому что действительно эта ситуация, в которой мы сейчас живем, она обусловлена неумением обращаться с отходами в очень значительной степени. Куда он делся-то? Да, может быть, даже вы все понимаете, что мусор – это позор России. Да, и... мусор – позор России! Мусор – позор России! Мусор – позор России! Мусор – позор России! Мы столько лет хотели догнать и перестать. Они про полицию так говорят. А мы не можем решить элементарную проблему. Проблему мусора – это не наукоемкая технология. Где, почему мы так сильно до сих пор отстаем? Это позор России, то, что мы живем как пещерные люди. Финны уже предлагают помочь нам, потому что видят нашу тотальную беспомощность в этом отношении. И кто за это отвечает? Это вопрос риторический. Да, сейчас приглашается к выступлению Виктор, расскажет про подмену понятий, которая у нас недавно произошла, об утилизации мусора и о мусоросжигательных заводах. И еще небольшое объявление. Ты куда пропал-то? Кто хочет помочь, надеюсь, что хочет девушка. Пойдем отсюда, тут на камеру.